Следующий пункт повестки рабочего дня президента также перекликается с темой фейков и недостоверной информации. Николай Снапков сейчас готовится возглавить дипломатическое представительство Беларуси в Китае. Эта страна сейчас переживает непростые времена в связи со вспышкой коронавируса, которая, конечно, сдетонировала и на мировом информационном поле. Достоверные новости, когда надо поддержка, чистый и открытый контакт с КНР, напутствие новому послу нашей страны. Китайцы должны знать, что белорусы стойкие, надежные люди и настоящие друзья. Они хорошо восприняли твое назначение послом. И сегодня я хотел бы услышать, пускай в таком кратком изложении, варианте изложения, проблемы, может быть, может посоветоваться над каким-то вопросом или какие-то решения нужно принять дополнительные и так далее. Но, по крайней мере, те полномочия, о которых мы вели речь при назначении, в указе о назначении, они определены. Спасибо, товарищ президент, да. Николай Снапков и в бытность министром экономики Беларуси, в должности замглавы администрации президента, хорошо изучил китайский вектор сотрудничества. При назначении нового посла Александр Лукашенко сказал, что рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях двух стран. Это должна быть работа на результат.